Всем привет! Привет всем! С вами я, Эль Смит. И я, Кейт Ли. Все мы прекрасно понимаем то, что мальчики любят это, ну... Это... Драться. Все? Попался? Да. Мальчики. Да. А сейчас... Единственная фразочка из этого видео. Что ты орёшь? Не трогай лицо! Да не трогай лицо! Live fast, die young, bad girls, give it well. Live fast, die young, bad... Да не трогай лицо! А что такого? Ну не трогай лицо! На протяжении всего этого видео я надеялась, что это будет Винцеслав. Но нет. Ты не трогай лицо, чел, чешь? Я отсюда поставлю. Да блин, отстаньте! Отстаньте от меня! А в конце он просто встал на стол. Ясно. Прыгай. Сейчас многие любят Стаса Михайлова. Эй, девчонки, а кого любите вы? Григорий Лепс! Видимо, верная фанатка не удержалась и решила доказать, насколько сильна сила любви. Всем любителям рэпа посвящается. Колхозного рэпа. Какие спецэффекты. Какое волшебное появление. Хотя, как не знаю. Как такое же делать? Сижу в очередное утро, смотрю в окно, в своих мыслях вспоминаю только его. Может, он рядом или где-то далеко. Без него тоска, на душе тяжело. Строила свои танки из песка, чтобы разрушить их навсегда. Никто не знает, сложится судьба. Просто поверь себе, себе. Знаете, мы тут с Женей решили поэкспериментировать, и вот что у нас получилось. В каком бы моменте мы не останавливали это видео, он вызывал у нас дикий смех. Вот мы кормим МС Анюту. Строила свои танки из песка. Вот она пытается нас напугать. Чтобы разрушить их навсегда. Или просит есть. Я не знаю, что он делает. А вот Анютка в печали. Никто не знает, что... А это самый головокружительный момент в этом клипе. Просто поверь себе, себе. А вообще, это видео можно обсуждать очень долго, поэтому посмотрите его здесь. И последнее видео на сегодня. Йоу! Все всегда ждут этот момент, чтобы остаться дома одному, включить музон и потанцевать. Просто кто-то включает там секси, дай новый. I'm sexy and I know it. Совершенно не важно, через сколько придет твоя мама, ведь ты сможешь быстренько выключить музыку и притвориться, что ты нормальный. Но только не в том случае, если ты танцуешь свадебное платье под верхнюю сердючку.
Да ладно, мать пришла? Серьезно? Мне не получается. Тихо. Это что такое? В чем дело, я спрашиваю? Мам, прости, пожалуйста, меня. Кто разрешил одеть платье, я спрашиваю? В чем дело? Мам, пожалуйста. Мам, мы больше так не будем. Ну-ка, снимай быстрее, сука! Да я снимаю, подожди. Мам, что она за ева? Ты, блядь, я что, пидора вырастил, что ли, понять не могу? Так, а ну-ка, выключайте свою вот эту пыль, блядь. Выключай, сказала! Выключай быстро! Подожди, как мне выключить? Мам, ну что ты, ну, вас не помню. Я сказала, кто разрешил? Ты разрешила? Отлично! Получай по щам за то, что танцевала под Верку Сердючку. В моем платье! Спасибо за просмотр! Ставьте нам зеленые пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Оставайтесь с нами! Йоу!